Агрессия охватила одновременно 11 регионов, но основной удар был направлен против Алматы. Это наш крупнейший город и финансовый центр страны, где сосредоточены важнейшие транспортные и коммуникационные узлы. Падение этого города открыло бы путь к захвату всего густонаселенного юга, а затем всей страны. Из выступления президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ 10 января 2022 года.